Всем привет! Прежде чем начнем, хочу посоветовать канал своего друга Мастер DIY. На этом канале Александр делает замечательные самоделки из хлама, из всего того, что есть у каждого. Рекомендую перейти по ссылочке, которая находится снизу, посмотреть, подписаться, если понравится. Ну а мы начинаем! Сегодня будем делать крутую штуковину. Есть у меня куча лент светодиодных. Из них, из старого ламината, сейчас сотворю чудесную и незабываемую штуковину. Поехали, без разговоров. Для начала разберемся с ламинатом. Из этого ламината надо сделать коробку плоскую, размером метр на полметра. Начинаем работать нашими новыми инструментами, самодельными. Поехали! Теперь с помощью нашего станочка распускаем наш ламинат на размеченные кусочки. Кромку тоже убираем, так как она нам не нужна, эти пазы, они будут только нам мешать. Все будет скреплено на саморезы. Предварительно засверлимся и отверткой закрепим наш ламинат. Сотворил я вот такой щит, получается 60 на метр 10. Теперь надо сделать бортики. Высота бортиков будет 3 сантиметра. Бортики также прикручиваем на саморезы, предварительно засверлившись, чтобы не треснул ламинат. С одного края сделаем распределительную коробку. В этой коробке будет вся система нашей самоделки. Высота коробки 5 сантиметров. Ширина будет равна ширине нашего щита. Ну и конечно же в конце все обрабатываем лепестковым диском. Все зачищаем, насколько это возможно. Убираем все лишнее. Все закончили с ламинатом. Получилась коробушка. Блин, пространства мало, показать неудобно. Вот такой вот щит. Здесь у нас коробка, там открывается. Здесь будет внутри вся система нашей самоделки. Есть у меня куча лент, стареньких, точнее не стареньких, они новые, но остались метров по 5 в каждом, всякое разное. Вот есть в силиконе, есть бокового свечения, в общем разные. Я отобрал чисто белые, 4 рулона белых. Следующая задача — это наши ленты порезать ровно по метру каждую. Это очень легко сделать, так как на них уже стоят отметки по 10 сантиметров. Все ленты изрезали по метру каждую, теперь надо припаяться, сделать контакты к каждой. Ну, то есть сейчас помучаюсь маленечко. Абсолютно все делаю без денег вообще. То есть все, что у меня есть, все, из чего это я сейчас делаю, это все было у меня. То есть я ничего вообще не покупаю. Вот куча проводков нашел коротких, разноцветных. Я не знаю, как я буду искать плюс-минус. Ну, в общем, цель такая — сделать вообще, не вкладывая ни копейки. Чтобы хотя бы чуть-чуть было проще различать плюс от минуса, я решил разобрать эти проводочки на яркие и темные цвета. Все проводки надо зачистить. Хорошо, что у меня есть инструмент, специальный инструмент, которым очень легко зачищать, который я приобретал на Алиэкспрессе. Ссылочка внизу, можете перейти, посмотреть, если что, приобрести. Советую, очень классный. Теперь потихоньку
потихоньку начнем собирать нашу приспособу. Дай бог, за часок, за два управимся до конца. Продолжаем. Настал черед приклеивать ленты к основанию. Распределил я примерно одинаково, симметрично, чтобы смотрелось более красиво. С задней стороны есть липкая лента, и поэтому никакого труда не было приклеить их. Минут за 10 я справился. Запитывать будет наши эти все ленты вот этот блок, предназначенный специально для них, 12 вольт 6,5 ампер. Снизу делаем отверстие под провод 220. В эту часть установим все тот же бесплатный выключатель 220 для того, чтобы включать-выключать. Короче говоря, сделал я себе приблуду, которая теперь вам помогает лучше смотреть на меня. Точнее, делает картинку более качественней. Для хорошей картинки видео нужно освещение сверху и со всех сторон, на персонаж, так скажем. И в данном случае я сделал переднее освещение, которое светит сейчас на меня. Вы видите мою физиономию более конкретно, более лучше. Вот такая вот уматная штуковина получилась. Выключать или ее включать-выключать. Сейчас я вам покажу разницу между, если делать видео без нее и без делать видео с ней, с этой подсветкой. Вот сейчас подсветка светится, и вы видите мою физиономию, мое тело более конкретно, более интересно. Картинка намного ярче и светлее. А теперь я выключу. И вы видите меня в полутени, половина лица не видать вообще. То есть, согласитесь, что это уже намного хуже. И качество видео страдает. В общем, я сделал так, чтобы вам было интереснее смотреть. Ну а если вам понравилось видео, жмите лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новой самоделки!